несколько дыр. Во всяком случае, не я. Поспешно хрюкнула свинья. Загадочно. Воскликнул гусь. А гагадать я не берусь. Овца сказала, чуть не плача. Безумно трудная задача. Все непонятно, все туманно. Спросите лучше у барана. Все зло от кошек, произнес, обнюхав сыр дворовый пес. Как дважды два четыре, от них и дырки в сыре. А кот сердито фыркнул с крыши. Кто точит дырки, ясно, мыши. Но тут ворон бог принес. Ура, она решит вопрос. Ведь, как известно, у нее на сыр особое чутье. И вот поручено вороне проверить дело всехсторонне. Спеша раскрыть загадку дыр, ворона углубилась в сыр. Вот дырки шире, шире, шире. А где же сыр? Забудь о сыре. Заголосил весь скотный двор. Разбой, грабеж, позор! Взлетела на забор ворона и заявила оскорбленно. Ну, это, знаете, притирки. Вас интересовали дырки? Так в чем же дело? Сыр я съела, а дырки все остались целы. На этом был окончен спор. И потому-то до сих пор, увы, никто не знает в мире, откуда все же дырки в сыре.